Знаете, как дом. Это действительно второй дом. Между нами 4 года, но я помню вас в 5 классе, 5, 6, 7 мы были вместе. Мне кажется, вы совершенно не изменились. Глаза все те же, любопытные, активные, любознательные, немножко шустрые. Может быть, такие же чуть-чуть непослушные, но именно такими я вас и люблю. И когда здесь говорили, что помогали, любили, нет, любим, будем помогать, всегда обращайтесь. На самом деле для учителя вы, наверное, часть нашей жизни, и наше сердце действительно принадлежит вам. Мы помним каждого ученика. 4 года прошло, помню каждого. Тяжело, но, как сказали, так надо. Действительно, время идет, вы уже взрослые. Надо с этим смириться. Это очень хорошо. И я очень рада, что сегодня здесь с вами. И считаю, что вам очень повезло, что вы окончили именно эту гимназию. Потому что именно здесь лучшие учителя. Вы получили здесь отличное образование, и я уверена, что у вас все получится. Я знаю, что вы уже выбрали дорогу, знаете, куда будете поступать. Я знаю, что вы поступите, у вас все получится. Хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не отчаивались. Как говорят, если упал 7 раз, стань 8. Делайте все невозможное, чтобы добиться возможного. Никогда не отчаивайтесь, у вас все получится. Жизнь — это борьба. Немножко вам сложно будет, потому что нет опеки, как здесь говорили, да? Будете самостоятельные. Но вы очень уверенные, вы очень умные. Вы замечательные, я вас очень люблю. А я вспоминаю уроки обществоведения, когда мы изучали ценности жизни. Вы знаете, я у вас спросила, а что такое счастье? Вы знаете, вы не нашли формулу, которая бы дала определение этому понятию. У каждого оно было свое. Когда вы были маленькими, это была первая ваша игрушка. Это были вкусные бабушкины пироги. Это было мамино слово. Солнышко, я тебя люблю. Когда вы стали взрослыми, вступили в пору юности, это первая любовь, это первый поцелуй. Дальше, когда наступит время зрелости, у вас родится ребенок, и это будет самое большое счастье. А когда наступит старость, то забота близких и родных – это будет самое большое счастье. Вы знаете, сегодня говорят, что молодежь – это потребитель. Вы знаете, я не знаю, правильно это или неправильно, но я всегда в этот момент вспоминаю слова советского генерала Александра Лебедя. Знаете, что он сказал? Он говорил: «Богатейте вместе с державой». И вот я хочу, чтобы вы наше государство сделали домом, где бы всем было счастливо, где бы действительно вы почувствовали счастье. Ребята, счастье, оно вокруг вас. Найдите его и станьте счастливыми. Я желаю вам счастья, огромного счастья, светлого пути, добрый путь, дорогие мои выпускники. Вы знаете, вам повезло больше всех. Почему? Потому что у всех есть первые учителя, потом классные руководители, а у вас есть, ну и все, да? А у вас есть первые учителя, вторые учителя, классные руководители. Ну а? И казалось бы, все, да? Нет, дорогие мои, есть. Не все. Впереди жизнь, а жизнь, как известно, самый-самый строгий учитель. Поэтому, выбирая сегодня здесь сейчас дорогу своей жизни, я желаю вам, чтобы вы определили ее правильно. И я хочу вам посоветовать: будьте добрыми, и добро вернется к вам. Любите, и любовь будет рядом с вами. Будьте счастливы.
Приумножайте счастье. Делайте мир вокруг себя счастливее и лучше. У вас все получится. Омар Хайям много-много лет назад написал такие строки. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой — листву и весенний вязь. Небо голубое. Весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Я хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни всегда был идеальный вид из окна, чтобы вам ярко светило солнце, чтобы дорога была прямой, без извилин и ухабов. И если вдруг что-то пойдет не так, никогда не забывайте о том, что от вас зависит, какой ваш вид из окна. Поменяйте угол зрения. Встаньте правильно. Посмотрите, зрите в корень. Удачи вам, успехов. Родителям терпение обязательно. Терпение и еще раз терпение. У вас обещает быть тяжелым лето, но у вас все получится. Спасибо. Красиво. Самоцак вам нужен. Это лучшая классная. Ну, идут цветы. Синий звонок, и мы мчимся скорее. Туда, где мечты и желания сбываются. Вчера ты ребенок, а завтра твой день. Теперь это взрослое для нас начинается. Закроешь глаза, голоса, и так хочется о главном рассказать. Коридор школы, каждый день по новой. Первая влюбленность, первый прикол. Это было наше лучшее время. Мы на изи открывали все двери. Будь уверен, тяни новой жизни билет. Я буду вспоминать, как мы мечтали. Школа, ты лучшее, что я буду вспоминать, как мы мечтали.
молодцы, девочки. Красиво смотрите, красиво поете. Это вам спасибо.